Ну, наконец-то команда вернулась в Москву. Очень рада вас видеть. А как самочувствие после сборов? Да, отлично. Ну, сборы продолжаются еще. Пару турниров предсезонных, поэтому сейчас впереди. А сколько сложными были те сборы, которые прошли за границей? Ну, достаточно сложные, да. Были немножко под нагрузкой, поэтому... Ну, есть время как бы отдохнуть перед сезоном, восстановиться точнее и набраться сил еще больше. Сильно изменились сборы по сравнению с предыдущим годом? Все-таки с первого, с Чехии команда вышла на лед? Ну, да, там в том году у нас, сколько там, 2 недели было на земле, там на лед только стоял, сейчас сразу на лед, поэтому пока самочувствие отличное. Почти месяц вдали от дома, вернулся, как провел выходной, который был сразу по возвращении? Да как, с семьей, конечно, с детьми, ничего особенного не делали, просто гуляли, отдыхали. Насколько рады вернуться в парк легенд, на лед, свой, родной уже теперь, получается, команда не будет переезжать в этом сезоне? Ну, это здорово, да, то, что не будет никаких переездов, я думаю, это большой плюс для нас, для болельщиков тоже. Как новая спартаковская раздевалка? Ну, пока все устраивает. Да нет, на самом деле все классно, все здорово. Впереди турнир в Нижнем. А есть ли среди соперников команда, против которой интереснее всего сыграть? Да, я думаю, все команды там будут очень интересные. Будет интересно посмотреть, как мы будем себя чувствовать на этих, в этих играх. В первую очередь физически и, наверное, в какой-то плане тактически, как будем выполнять. Ну, настрой у команды боевой? Да,